Троечник в учебе, отличник по жизни. Наверное, каждый из нас в школьные года сталкивался с такой проблемой, когда учителя, директор или чьи-то родители сравнивают нас наряду с отличниками. Говорят, вот ты такой раздолбай, ничего не делаешь, учишься на двойки и тройки. А посмотри на Андрюшеньку, какой хороший мальчик, все делает вовремя. В журнале одни пятерки, лапа царапа. А потом в один прекрасный день этого Андрюшеньку встречает двое в подъезде. И Андрюшенька, не задумываясь, отдает им все это до копеечки из кармана. О чем это говорит? Это говорит о нехватке жизненного опыта. Андрюша далек от улицы. Он никогда не попадал в уличные конфликты. Он никогда не дрался. Никогда не защищал ни себя, ни друга. У него не было ни разу приводов в милиции. А жизненный опыт, он и складывается из вот этих вот факторов. Человек, у которого детство прошло на улице, его видно по одному лишь взгляду. И его никто вот так вот не встретит в подъезде. А если и встретит, то он пропишет лоб одному и второму. Друзья, я всех призываю, давайте не будем судить человека по успеваемости в учебе, ведь пятерки в учебе не отражают пятерки по жизни.